Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп, и сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайтик под названием MyCSGO. Пополним данный сайтик, Сёма, на 20 тысяч рублей, обязательно, если ты захочешь пополниться, вот сюда вот в строку промокод вводишь Сёмин реферальный промо LP30, который дает тебе 30% на пополнение. Что ж, ну а мы поехали поскорее начинать. Начинать мы сегодня с тобой будем, наверное, как обычно, с майнинг, с фарм кейсов. Вот начнем с перчаточных. Там будем смотреть, если перчатки хотя бы выпадут, соблагоизволя, так скажем, выпасть за 20 тысяч рублей, то будет прекрасно. Если нет, ну, на нет, как говорится, и суда нет. Достаточно давно с MyCSGO что-то Сёма ничего не вытягивал, не вытаскивал, и как-то и роликов по MyCSGO из-за этого, по всей видимости, нету, потому что просто, ну, ничего не давал сайтик. А возможно, сегодня все это, к моей большой радости, изменится. Ну ладно, перчатки за 8 тысяч рублей залетели, плюс 4 тысячи рублей нам с тобой показали. Айда тогда зайдем на All-in кейсы, посмотрим Сумеречную Галактику в начале. А там дальше будет понятно. С первого кейса, кстати, залетает. Спасибо ей большое. 39 тысяч рублей у нас с тобой имеется на балансе. А давай тогда попробуем выбить еще и береги голову. Тоже с первого. Ну, почти. Почти получилось. Ладно, ничего страшного. Сразу же идет второй закрут на береги голову. И со второго тоже здесь ничего, к сожалению, пока что не видно. Третий. И получается потрачено уже 6 тысяч рублей на нее. Еще 5 попыток можем ей позволить дать, чтобы она хотя бы в ноль окупилась. Уже 4 попытки остается для того, чтобы выбить данный скин. Но и так он не хочет как-то даваться. Вот, ладно, выпал как бы. И тем не менее он нас уводит в плюс. Как бы 44 тысячи рублей. Это уже достаточно такой смелый баланс. Окей, может быть, поток информации. Ну да, тут его нет, ничего страшного. 700 рублей просто выдает обратно. Прекрасно, мне очень это нравится. Просто бам, 700 рублей. Третья попытка выбить поток информации. Он, к сожалению, выпадает, но выпадает кинов на 759 рублей. 1200 рублей, грубо говоря, ты тратишь за прокрут. И большая вероятность того, что выпадет поток информации. Итого, 59 тысяч рублей. А значится что? Значится, идем на сражение. И посмотрим, мало ли сегодня в сражениях нам с тобой повезет, и мы все-таки сможем какую-то сумму, пускай даже не половину, а хоть что-то забрать сегодня с MyCSGO, конечно, хотелось бы. Но пока что-то как-то не очень, тут шедевр залетает за 11 тысяч рублей, перчатки королевские змеи, Сёме, залетают за 20 косарей. Вот это вот другой разговор, вот так вот надо было сразу выдавать. Что ж, ладно, давай тогда, не бриллиант кейс, давай сделаем немножечко другое сражение. Так, у вас уже есть, так, а как его закрыть? Как в него, ладно, войти, вот так вот мы его закрываем, создаем сражение на троих, а вот так вот. Хорошо, тогда какой кейс мы выбираем? Ну, бриллиант, конечно, круто, классно, но как будто бы не так уж сильно он и окупает. Хочется, конечно, сделать сражение, ну, прям вообще, чтобы трусы всем порвало, Бугатти, но столько денег, к сожалению, пока что еще мы с тобой не имеем. Хорошо, пускай будут бербрики, 5 кейсов по 3000 рублей общей сложностью на пятнашку. Просто вот так вот сражение залетает. Давай посмотрим, мало ли, еще одно выигрышное, конечно, хотелось бы тоже увидеть. Ну, 4,5. Все пока что идут вровень, но тут вот выпадает поток информации. Он чуть-чуть вперед его. Красная линия залетает. Чтобы Сёме что-то здесь залетело. Да нет, куда мы? Куда мы лезем? Ладно, давай еще одно такое же сражение сделаем. Мало ли, все-таки, еще со следующего мы сейчас что-то вытянем. Wildfire с первого кейса, 6 тысяч рублей. АВП-боец, эмочка Азимов. Конечно, забрать такое сражение очень даже хочется. Но не факт, что получится. Ну да, по всей видимости. 14 тысяч рублей. Я просто на 200 рублей отстал. Просто на 200. Ладно, тогда мы продаем все на 51 тысячу рублей. Заходим в сражение. Делаем вот так вот на троих. Выбираем кейс какой. Ну, хочется что-то уже поинтереснее.
Давай, ну вот так вот, наверное, давай. Тут если окуп есть, то сразу деньги будут. Два кейса, два ультра дорогих кейса, если уж быть честным. Хотя бы с пяти раз один, наверное, хотелось бы окупиться. Кстати говоря, даже по суммам-то я впереди на 10 рублей. Ну ладно, второй кейс решит сейчас многое. Ну да, тут, к сожалению, победа не за мной точно. Хорошо, ладно, еще одно такое же сражение мы делаем. Мы же не боимся, мы же не цыкушки, правильно? Второе сражение полетело на 11 тысяч рублей, дает нам красную линию. Окей, как будто бы еще пока что живем. Хилимся, живем. И второй кейс, который в основном все решает, дает нам чистую воду. Ну да, мы, конечно, выиграли, отбили, наверное, половину с предыдущего сражения, но это не то, что хотел бы я здесь увидеть. В таких кейсах только уж тем более. Кейсы за 5000 рублей дают, посмотри, что. Красную линию. Я думаю, просто сейчас нож легенды залетит, как бы. И все поправит нам всю ситуацию бытия. Но нет, к сожалению. Чистая вода, ну, понятно. Тут выиграю точно не я. Хорошо, еще одно такое же сражение. Поехали далее. Смотрим, что тут у нас. И последнее сражение сделаем еще подороже. Две коалиции. А почему бы и нет? Ну ладно, хотя бы красный глянец с вами залетел за 6 косарей. Это тоже достаточно хороший скин. И потом еще черный хот-рот залетает за 40 косарей. Правильно я понимаю? Ну да. Расскажите. Хорошо, давай тогда сделаем последнее, немножечко иное сражение. На, не знаю, ну, наверное, на большую сумму оно получится. Ну да, определенно точно. Хайперкнайф и вот этот вот. Ага, не хватает нам так, к сожалению, немножко. Вот так хватает. Так, будто бы даже маловато. 14700. Ага, у меня 31, а нужно 39. Вот это вот проблема. Ладно, сделаем вот так. Вот так. И вот так. И создать. И поехали. Первый кейс решающий. Второй, конечно, так, откисающий кейсик. Ну ладно. Двигаемся дальше. Скины еще в инвентаре имеются. Ну, тут какая-то песня просто. Кейс за 8000 рублей дал просто. Ну, посмотрите, он даже себя не окупил с трех попыток. Окей, может быть, тут что-то хорошенькое. Адурь, это вот победа на 15000 рублей. Тридцатка. 30 тысяч. Нам просто поставил сайт вместо 60, которые мы с самого начала так долго выбивали. Ну ладно, попробуем еще раз. Такое же сражение. Кейс за 8000 рублей дает нам второй игрок. Второй игрок, мать вашу, вы чего, ребята? Прикалываетесь надо мной или как оно называется? Кейс восьмеру стоил 2300, выпадает. Ну да, ладно. Ладно, не хочу, мне больше не нравится сражение. Давай пойдем попробуем малые кейсы. Ну, пускай будет поток информации, Алэн. 16 тысяч рублей я в него, грубо говоря, готов залить. Готов залить и залиться в этом кейсе. Хорошо, next. Во второй попытке тоже не выпадает, к сожалению. 759 рублей выпадает нам. Третья попытка. Конечно же, она тоже не оканчивается успехом. Четвертая попытка выбить поток информации. Ну да. По всей видимости, шансы у нас как-то резко закончились. Или что? Или ты мне все-таки выдашь эмочку? Ну, хотелось бы ее поглядеть немножко. Ну, хотя бы чуточечек дайте пожить. Ребята, 9000 рублей остается на балансе. Вместо тех 60, которые у нас были в самом начале видеоролика. Да, конечно, обидно. Ну, а что сделаешь? Это же все-таки сайт. Понятно. Продаем. Next. Идем далее. Ну, по всей видимости, да. По всей видимости, это конец данному видеоролику. Но он просто не выпадает. Ну, нет шансов. Вообще, ноль. Zero. Ну, это выглядит как очень печальный конец
достаточно солидные истории. Ну, а что сделаешь, правильно? Тут же не от нас все зависит. Ну да. Ну хотя бы по 759 рублей накидывало, и спасибо за это большое. 1200 рублей. Пойдем их уже где-нибудь дотратим. А, вот так, вот так. Бам-бам-бам-бам-бам. Перчаток, к сожалению, я тоже не увидел. Хорошо, 5 кейсов можем себе позволить? Можем, давай. Перчатки? Да нет, конечно. Ладно, что ж. К сожалению, вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился. Обязательно тебя попрошу, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. А так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.